Вот это да! Ух, растопырил-то, глянь, как красиво! Что пожелаем ребятам в новом году? Ой. И тут мы офигели, смотрите, пришел с глубины, ё-моё! Ну что, друзья мои, едем на рыбалку. 7.30 утра, Печенежское водохранилище. Сегодня у нас первые числа января для вас, а у нас 31 декабря. Ну что еще делать, салаты нарезать? Либо в магазинах ждать очереди? Не, решили мы завершить год тоже рыбалочкой. Привет, привет, друзья мои. Ну что, всех с наступившим. Выпуск выходит в 2022 году, но снимаем мы его реально 31 декабря. Конец года. Мы с парнями решили все-таки реально не по традиции за салатами, а провести его на рыбалке. И сегодня у нас в планах лещ, подлещик, плотва. Короче, мирная рыба. Уверен, будет интересно. Вы там завариваете себе салат, оливье, чайки, кофейки. И приятного просмотра. Вот крэйзи рыбаки, которые жертвуют предновогодним днем, чтобы посвятить его рыбалке. Всем привет. Всем привет. Вот сейчас ненадолго выбрались, быстренько половим рыбку. Первая лунка пошла, глубина около 7 метров. Будем мерять. Стратегия такова. Сейчас будем поисковую рыбалку вести, разбуривать лунки, кормить. Ну и, конечно, искать под леща, леща. И хорошее настроение, хороший улов. Что по глубине? Сейчас скажу. 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, да. Оно, вот да? Вот. 8,5. 7, 8,5. Да, тут вот, и падаем, да? Да. Любимый черный лес. И вы посмотрите, рыбаков почти нет. Как говорится, дурных нет. Все сегодня уже предзастольное настроение, но это самое приятное. Лещ голодный. Ребята закармливают траппером, я сейчас буду флагмановской прикормочкой. Набурили лунок, не могут поделить. Как, ребята, проверить, подходит кивок или нет? Буду сегодня такой яркий, новогодний ставить. Берете просто морышку, вот это 0,8, если не ошибаюсь. Многие спрашивали по весам. Я ловлю обычно 0,6, 0,8, но глубина здесь 8-9 метров. Вот, в принципе, видите, подходит. Можно брать. Вот если оно так прогнулось, то, соответственно, я вижу поклевку. Ну, кивочек довольно жестковат, но пойдет. Вот такая вот прикормочка, мотыль, холодная вода, но еще буду холодная вода, белая рыба пробовать. Бабахнем сюда зимнего золота, ребята, кормовой мотыль и лещ. Зимой это просто неразделимые такие понятия. Так, ну, закорм пошел, глубина такая не маленькая. По три штучки вот так забросил и есть. Поставил три мотыля, ребята, первый запуск. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Хорошая новость, ребята. Кто-то что-то там понюхивает, пошевеливает. Давай, еле-еле так, тык-тык. Ну, покажи. Так, у Димы первый ласкирек пошел. Ну, ладошка, да? С почином. Ребят, ну около, наверное, часа мы уже здесь разбуримся, закормились. Пока вот один густерка у Димы. Есть теория, может, они тоже там столы накрывают по супермаркетам и по корпоративам. Но ничего, мы их найдем, где они тусуются, предновогодние красавцы. Сел чайку попить. Представляете, реально полчаса клёва не было. Такие формулы работают. Сразу дын-дын-дын-дын-дын. Смотрите. Опа, ребята, первая идет. Реально, чай только заварил, на тебе. Так, кто тут? Так, 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 опа. Вот такая вот густерочка, ребят. Ну, чистенько. Возьмем первую по традиции. С почином и меня. Опа, красота. Сначала положено, быренько опускаем. Давай, рыбонька. Покажи нам предновогоднее движение. А вы там чайку заварите, ребят, горяченького. Ну, или покрепче. Кофейку. Все, рыбачим. Кого мы точно не ожидали увидеть здесь, так это
Судачка. Да, такого маленького. Да, конечно, такая мормышка, смотрите. Судачишку поймал, прикол, на мотыля. Так, ну, пока попробую вторую закормленную лунку. Кто-то отзывается на новой лунке, ребята. Оп. Да, ребятушки, сразу, сходу, видите, важно закормить несколько луночек и по ним искать. Опа, глянь, какой жердяй. Хорошая. Ребята говорят, на глубине окуня нет. Вот такая ладошечная полосатая морда. Раз. Так. На игру опять. Кто здесь? Кто-то идет. Да такого же размера. О-о-о, фак, ребята. Зачетно. Вот это да, гляньте, на хвост больше моей ладошки. Вот это она пришла на глубине. Спасибо, плотва. Давай. А морозец такой бьет, ребятушки. Смотрите, какая тема в этом году. Смотрел в прошлом году, как рыбаки ловят. Такие перчатки плотные. У флагмана покупал по скидочке еще на черную пятницу. Классная штука. Вот флис, плотный материал, пальцы. Вот здесь вот палец, видите, потом раз, закрыл. Здесь можно мотыля наживлять. Все, потом, если подзамерз, раз, рукавичку закинул. Вот такая. Рекомендую. Реально классно. Можно так удобненько наживлять мотылика. Только тепло, хорошо. Раз. Так, кого-то опять зацепил. Наверное, поменьше, но не факт. Но на таких глубинах не сразу понятно. Тем более, если рыба идет к тебе. Опа! Нормальный гусер. Ну все, вот сразу понятно, какую лунку нужно закармливать. И сразу туда, пока рыбка. То, что сегодня уже думал, трудовая рыбалка будет. Но оно и похоже. Мы пока вот за час по пару-тройку рыбок каждый выманил. Опа, видите, где-то 15 сантиметров над дном идет поклевочка. Что-то очень пассивное такое. Давай, поактивней, ну, порадуй. Оп. Ну, опа, есть, зацепил. Все, луночка найдена. В принципе, здесь можно и подзакормиться еще, если рыбка здесь стоит. Но пока клюет окунек. Видите, как оно выдает одно за другим. Ну, класс. Говорит, лещ идет. Слушай, ну, да, хорошенький такой. До двухсоточки, да? Эмоцию дал, да? 250. Я думал, лещ. Класс, класс. Так, попробуем активную проводочку. Кто-то на активную игру заинтересовался. О, ребята, первый мой судачина, судачище в ладоху. Смотрите, какой. Вот это да. Ух, растопырил так, глянь, как красиво. Зубатый. Ты шо. Ну давай, отпустим тебя. Смотрите, какой красавец. А? Класс. С такой глубины, конечно, с перепада ему тяжело будет. Ну давай, все равно, иди домой. Опа, чуркнул нормально. Никогда, ребят, не ловил судака зимой. Можно загадывать желание. Вот такой. Ну давай. Если, говорит Дима, есть мелкий, то есть и крупный. Ну понятно, что наживку совсем другую надо. Есть, да? Ну, свежий мотыль работает, ребят. Кого мы тут тянем? Ага, привет. Чисто, видите, на глубине рыбка вся чисто. Если б стали метра на трех, то вот эта вся гусера была с солитером. А так она не может погрузиться. И туда только опускается здоровая живая рыба. Давай следующую. Так приятно, ребята. Сразу идет поклевка. Кто на сей раз?
чуть покрупнее вроде. Так, да, чуть покрупнее рыбка идет. О, ребята, это зачет. Это зачет, смотрите какой хороший, да? Ну, для наших мест белый такой, для наших мест пойдет. Давай. Так, а ну кто там? Собрались мы пообедать. Так, а ну. Окунь, плотва или густера? Эх ты! Такой дрозерок. Да, пальчики замерзли, ребята. Сейчас у нас перекус предновогодний. Для вас уже новогодний. Что пожелаем, ребята, в новом году? Ой, трофеев всем побольше, а мелочи поменьше. Трофеев побольше? Ну что, выпьем за это? Давайте, за трофейную рыбку. За трофеев, ребят. Маленькую, есть надежда на то, что поймаешь скоро крупненькую. Да, все, поехали, перекус. И сейчас переходим на места, где полно плотвы. Надеюсь, у нас получится ее отловить. Погнали. Переехали, ребят, глубина около 5 метров. Мои родные места. Здесь у меня Вера. Сейчас по плотве можем крупно оторваться. Ну, если, конечно же, она не ушла на Новый год. Вот, попробуем сейчас. Какой ручной у тебя там. Ты видишь? Ты посмотри, какой. Ёшкин. Это просто. Это что за канарейка? Пожди. Ребята, выморил. Что-то идет. Так, опа, окунек. Слава богу. Первый более-менее еще беровой. Только-только поменял наживочку, вот он взял. А так, уже мы здесь полчаса лунки обводим, обходим. И кормим, и не кормим. Рыба молчит. А это мои любимые лунки. Это мои любимые места. Ну, видите, раз на раз рыбалка не попадает. Сегодня этот метод неоднократно помогал. Вот так вот. Тын-тын-тын-тын-тын. По дну. И чуть-чуть приподнимаю. Ребята. По дну постучал. Наверное, тоже окунь. Так. Так. Да, гляньте. Вот это уже оно. Посмотрите, какой красавец. С дна. Так, тык-тык-тык-тык. Раз удар. Видите, какой хороший. Класс. Ну что, ребятушки, вот такая трудовая рыбалочка. Вот он уловчик, такие окушки, хорошая плотвишка. Видите, ну, больше ладошки моей. Несколько густерочек. И сейчас улов ребят покажу. И тут мы офигели. Смотрите, пришел с глубины. Ё-моё! Вот это мы не туда стали. Ну что, класс. Блин, рыбак. Так что, возвращаемся, да? Да этот, если бы не спасло. Ребята, 2 часа дня, и вот это такая. Мы охренели, да? У нас тут за полтора часа я 2 окуньков поймал. У меня просто сходов, отрывы. И сейчас клюет? Вот это последний, самый крупный был. А расскажи в 2 словах, как эмоции? Ой, это была разведка на старые места, как бы. И очень успешная. Поначалу подошло много окуня, так как на кормовой мотыль налетел. Но в итоге потом на кашу подошли лещи просто. Рвали лески, минус мормышки. Мы тут замерзаем, уже звоним тебе, что типа давай домой. Короче, рыбалка удалась, ребят. Сегодня 31-го, накануне Нового года. Вы уже смотрите в наступившем Новом году. В общем, надо продолжать рыбачить, даже если не получается. Да, главная надежда, верить, что вот она, сейчас клюнет, да. Всех с наступившим. Все, хорошего давайте. Года, чтобы он был классным, уловистым, результативным. Всем счастья, здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.